Уже 2 мая – крайний день, когда можно подать декларацию в налоговую. Если вы продали дом, квартиру, машину или сдавали жилье в аренду, нужно обязательно отчитаться о своих доходах. В этом году налоговая служба направляла гражданам, которые должны были задекларировать свои доходы за 2022 год, уведомления о необходимости представления декларации 3 НДФЛ, пояснений, документов. Таким образом, если гражданин получил в 2022 году доходы, он должен ознакомиться с этим уведомлением, или убедиться в том, что это уведомление ему не направлялось. Прийти уведомление может в личный кабинет налогоплательщика или письмом по почте. После получения документа необходимо предоставить в ответ декларации. Напомню, что декларацию 3 НДФЛ можно представить лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Последний способ, конечно, самый удобный, потому что в личном кабинете декларация находится уже в предзаполненном виде. Вы просто заполняете предлагаемые программы поля, и это позволяет вам избежать ошибок при заполнении декларации. Если вы хотите предоставить декларацию 3 НДФЛ за 2022 год исключительно с целью получения налогового вычета, то можно это сделать в любое время, а не только до 2 мая. Если же вам нужен вычет, и при этом вы получили доходы от продажи имущества, нужно уложиться в этот срок. Подробнее о декларировании доходов можно прочитать на сайте ФНС России. Телефон единого контакт-центра 8 800 222 2222. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня.